Спасать людей из воды с использованием специального оборудования тренировались сотрудники Камчатского поисково-спасательного отряда и отряда «Ларн» на Халактырском озере. Устройство УСЛП-10 предназначено для спасения людей из ледяной полыньи в случае, когда приблизиться к тонущему для оказания помощи невозможно. Сейчас в Краевом поисково-спасательном отряде и его филиалах имеется 7 подобных устройств. Как отмечают спасатели, такое оборудование на Камчатке просто незаменимо, так как на полуострове количество водоемов исчисляется тысячами, а жители не всегда ведут себя разумно. УСЛП-10 обеспечивает высокую надежность спасения людей, попавших в ледяную полынью, окруженную тонким льдом. При этом его конструкция проста и компактна. Устройство представляет собой надувную конструкцию с гибким днищем и элементами для захвата длиной 10 метров, способная выдержать нагрузку до 500 килограммов. Собранная в рулон УСЛП-10 размещается на прочном льду или на берегу в направлении тонущего человека на расстоянии от полыньи в 5-10 и более метров. Под действием сжатого воздуха устройство разворачивается к тонущему человеку, который забирается сначала верхней половиной туловища, а затем подтягивается, перебирает руками ременные ленты и полностью вытягивает тело на гибкое днище. После этого спасатель вытягивает пострадавшего, лежащего на устройстве, на безопасное место. В случае, если тонущий человек переохладился, ослаб и не может самостоятельно взобраться на спасательное устройство, ему достаточно вставить кисти рук в специальные петли на конце устройства, и спасатель вытащит его из полыньи. УСЛП-10 может использоваться для спасения людей не только из полыньи, но и на свободной ото льда воде.